Щирі усмішки та повні надією очі. Колись діагноз рак поділив життя цих дітей на до та після. А зараз вони відзначають Всесвітній день онкохворих дітей. Разом з батьками та друзями вони прийшли на Хортицю, аби піднятись на найвищий курган острова. Акція отримала промовисту назву «Подолання». Это место, которое лично меня вдохновляет. Это красивый вид, это какой-то символ преодоления препятствий и символ того, что чтобы победить болезнь, нужно что-то сделать. И то, что люди пришли, они как бы преодолели сейчас себя еще раз. Они немножко вспомнили о том, что у них были эти тяжелые события. Для них это важно. Не менее как бы сложно, чем забраться на курган. Серед учасників акції як ті, хто проходить лікування зараз, так і ті, хто успішно подолав хворобу. Я мама мальчика Макара, который переболел 3,5 года назад онкологией. Сейчас мы в ремиссии, и мы очень счастливы этому. Мы поборолись, и всем, кто сейчас в больнице, мы можем смело сказать, что рак сейчас – это не приговор. Інна каже, віра у краще та підтримка небайдужих допомогли впоратись із всіма труднощами. Сейчас мы уже второй раз принимаем участие в этой акции, потому как мы считаем, что очень важно дать толчок тем, кто сейчас находится в больнице, потому как мы пролежали там год, мы знаем, как это сложно, как тяжело это ребенку, как тяжело это маме. И только вот поддержка, понимание, и финансовое, и моральное, вот дает какой-то старт бороться. Організатори акції зазначають, хочуть довести, що жага до життя здатна здолати найстрашніший діагноз та надихнути людей на допомогу онкохворим. Многие не помогают, они просто не верят. По старинке еще советских времен считается, что онкология – это тот диагноз, который победить невозможно. Это далеко не так. И по детским опухолям там 95% по многим заболеваниям излечивается. А допомогти може кожен. Для цього навіть не потрібно витрачати кошти. Хочемо надихнути донорів допомагати, бо без допомоги це лікування може бути надскладним, бо воно дороговартісне, потребує також допомоги психологічної. Одна з проблем, яку наші мешканці Запоріжжя можуть вирішити, це безкоштовна здача крові на станції приливання для обласної дитячої лікарні. Анастасія Остапенко, Іван Дем'яненко, ТВ5.